Уважаемые любители футбола, здравствуйте! Добро пожаловать в прекрасный город Грозный, стадион имени Султана Белимханова. Совсем скоро стартует матч, если команды сыграют в ничью. Подача, мяч пролетает мимо штанги. И снова все это выглядит очень неприятно для красноярцев. Дважды махачкалинская команда отличалась с голами, но они были отменены. А здесь никто не отменит. Это 1-0, и Алания забивает. Причем отличается Артур Залаян. Шикарный трансфер для владикавказской команды. И Ростислав Солдатенко. Неудивительно, да? Действует за пределами штрафной. Это, в общем-то, абсолютно привычный футбол для первого номера Алании. Заброс, скидка, момент, и 1-1! 1-1 забивает Енисей, может так несколько неуклюже, может так неожиданно абсолютно, но при этом гол есть гол, 1-1. Борьба. Накрывает Ланин Хасонова, и есть пространство у Енисея, момент, удар! Солдатенко тащит добивание! А как Охладников не попадает по мячу? Хабалов. Подача. Можно пробить. И мяч доходит до створа. Тут даже скорее рикошет было. Цараев. Подача. Удар Галаян. Но все-таки роста не хватило. И все. Завершаем. Завершаем дружно. Наш матч. Арбитр дает свисток. 1-1. И даже под свист трибун команды останавливаются и прекращают сегодня играть в футбол.